Я проконсультируюсь с юристом и тебе в течение дня сообщу. Хорошо? Веб-камера и компьютер или смартфон – все, что потребуется людям с инвалидностью по слуху, чтобы решить важные вопросы. Диспетчер сурдоцентра выслушает проблему, а затем свяжется с центром социального обслуживания, запишет на прием к врачу или в любую другую организацию. Меньше тратится время на приход сюда, допустим. Он просто из дома может позвонить по скайпу, договориться о встрече с сурдопереводчиком. Сейчас очень много вопросов по жилью, по недвижимости, по имуществу, наследованию, дарению. Все это требует большой подготовки. И, конечно, сокращается время. Ежедневно в сурдоцентре принимают несколько десятков звонков по скайпу. В месяц это больше 250 обращений. Не только из Самары, но и всей области. Консультации юриста, психолога, специалистов по реабилитации и социальной работе проходят бесплатно. Также в центре инвалиды могут обучиться работе с компьютером на специальных курсах. Диспетчерская служба центра выступает и в роли связующего звена для соцзащиты. Специалисты сурдоцентра вовремя передают инвалидам важную информацию. Часто, наоборот, нам звонят, чтобы мы передали информацию для инвалидов по слуху. Последнее время это как раз это службы социальной защиты раздаются, например, средства технической реабилитации. Мы связываемся с инвалидами по слуху и сообщаем им, что они могут прийти, получить телефоны, получить слуховые аппараты. В диспетчерской службе уже зарегистрировались больше 600 человек. Обратиться в сурдоцентр можно по телефону 268-98-33 или по скайпу. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков. События.